для меня не было сложности. У меня было немножечко чувство опасения, как начнут работать с этими учебниками дети. И накануне первого дня работы я очень долго готовилась, чтобы провести целый урок обучения работе с этими учебниками. Когда я их попросила открыть и начала объяснять, они сказали, мы все уже дома поняли, Татьяна Николаевна. И на этом буквально 5 минут и все. Вот, ну, у нас дети очень умные, вы видели, очень славные, умные, они труженики, и они, конечно, разобрались дома, поэтому времени на обучение в работе с электронным учебником я не потратила, честно говоря, нисколько, но есть только 5 минут. Вы знаете, мы закачали уже очень хороший справочник, который мы не могли достать в печатном виде. Мы это сразу сделали. Закачали очень много интересной и нужной информации без всяких проблем. Я это делаю в своей окошке или после уроков. Но это приятнее держать в руках бумажную книгу, достать бумажную. Мне приятно видеть их ровные спины. Для меня вот этот тяжелый портфель, но там все необходимое для художественной школы, куда он идет после уроков. Вы знаете, как для мамы и как для учительницы, мне очень важно, что вот эти 6-7-килограммовые портфели у меня ушли, что у них есть этот электронный вот учебник, и спинки я их все-таки ровные позвоночники, что у них не будет сколиоза, который у 80% детей после окончания 11 класса. Вот для меня действительно это очень-очень важно. Конечно, запах книги, запах бумаги. То, что книга быстрее перелистывается. Вы видели, сколько мы времени тратим, я его говорю заранее. Зайдите на ту страничку, зайдите на эту страничку. Но здесь есть возможность сразу открыть 2 учебника. Первый, второй вариант. Здесь есть очень большие возможности. Мы можем прослушать какую-то информацию, мы можем сюда занести какую-то добавочную информацию. Я не могу позволить себе 2-3 учебника на уроке. А с электронными книгами очень просто, и мы так работаем. Дети написали сегодня первые тесты, плюсы и минусы работы с электронным учебником. Там очень умные, очень толковые, дельные предложения, советы, их размышления. Я думаю, что все это будет учитываться, и все можно подкорректировать. Но мне нравится, честно говоря, мне нравится. Потому что здесь есть очень много... Здесь накачано много книжек, здесь компьютеры, а может быть, например, много книжек.